чем играет. Ну, хорошо, состояние, да? Я не музыкант, не могу сказать. Слушай-ка, а проверка с спектрометром Брунера... числах едем в детский дом, хотим отвезти, не знаю, полную подготовка идет. Но он такой раритетный, да, так я смотрю? Таких уже сейчас нету? Я думаю, что нет. До свидания. Ну, хороший. Видишь, какой красивый. Свет, сними его крупно. Угу. Я вас да. Поняла? Красиво, да? Ну, его дети. А мы в Сергиев Посад едем. Да. Да. Мы туда ездили, детский дом для слепых. Да. У нас даже там есть друзья. Да, и мы тоже, вот я туда езжу все время. Сейчас собираю там всякие там игрушки, инструменты для них. Да, у них же музыкальные там. Они там развиваются, да. На скрипке. Но я давно искал такую штуку, потому что, ну, собственно говоря, это... Вот таких нет, понимаешь? Они качественные, вот эти вот выпуски. Они вечные вообще, эти баяны, аккордеоны. Видишь, там клавиши, удобно. Клавиши прям как рояль, да, такое? Угу. Очень удобные. Им прям это супер развиваться. У них русский народный. Да. Пишут, это аккордеон. Аккордеон, да. Ну, я еще хочу баян купить. Аккордеон уже есть, теперь хочу баян купить еще. Гармошку, ну, чтоб выбор был какой-то. Я вас слушаю. Так, сейчас мы перезагрузим.